Хасавюрт с начала года принял не одну сотню спортсменов с различных регионов России и зарубежья. 3 апреля Дворец спорта имени Гамида Гамидова принял более 100 спортсменов для участия на чемпионате Республики Дагестан по боксу памяти общественного деятеля Махачева Гаджинухиевича. В качестве гостей на мероприятии приняли участие министр промышленности и энергетики Республики Дагестан Сагит Пашаумаханов, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, первый вице-президент Федерации бокса Республики Дагестан Досталегей Батов, сын Гаджи Махачева, депутат Народного собрания Далгат Махачев, а также общественные и спортивные деятели города. Первым с приветственной речью выступил Сагит Пашаумаханов, пожелав боксерам ярких поединков. Поздравляю участников соревнований, значит, судьи, тренеров, сказать им большое спасибо, то, что они выбрали Хасавюрт, проводить этот чемпионат Дагестана. Я думаю, что здесь будет честный бой, сильный выиграет, чтобы судьи относились к каждому спорту справедливо. Здесь Хасавюрт всегда любит справедливость, всегда на это обращает внимание, чтобы заслужили, чтобы он стал чемпионом. А спортсменам удачи, если кто проиграет, чтобы он не разочаровался. Это спорт, это не всегда побеждает. Бывает, проигрывают, но надо достоинство проигрывать. Нет. А нам нужны хорошие спортсмены. Вы знаете, и Раджа Путаев, наш спортсмен, по профессиональному боксу выступает. И очень много хороших, известных боксеров, которые выходят из Хасавюрта. И мы хотим, чтобы этот вид спорта у нас развивался. И я благодарен всем специалистам, которые помогают Хасавюрту спортсменам. И хочу бокс является одним из перспективных видов спорта среди молодежи не только Хасавюрта и республики, но и соседних регионов. На чемпионате выступят атлеты из 5 городов Дагестана, также боксеры Левашинского, Кумтаркалинского и Буйнакского районов. От имени главы города Зайнудина Акмазова гостей и участников чемпионата поприветствовал первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов. Председатель городского собрания депутатов сегодня приветствует участников чемпионата Дагестана в памяти Владимира Ильича. Хочу пожелать участникам спортивных удач и успехов. И надеюсь, что это мероприятие будет иметь долгое продолжение. Спасибо. Первый вице-президент Федерации бокса Республики Дагестан Досталегей Батов от лица президента Федерации бокса Эльдара Эльмурзаева выразил благодарность руководству города, организаторам и спортсменам. Также Гейбатов подчеркнул, что Хасавюрт признан спортивным городом на территории Дагестана, и проведение турниров международного уровня служит тому подтверждением. От лица президента Федерации бокса Республики Дагестан Эльдара Эльмурзаева поприветствовать вас. От лица боксерского сообщества Александр Александрович выразит огромную благодарность Саиду Пашаевичу за то внимание, которое уделяет он спорту, в частности боксу. Также в семье Гаджинухиевича, которые приняли участие непосредственно в чемпионате Александра памяти выдающегося политического деятеля и общественного деятеля Гаджинухиевича. Поэтому выражаю огромную благодарность. Спасибо. Желаю прекрасно, зрелище, поем, пусть победит Сергеевич. Чемпионат Республики Дагестан будет длиться на протяжении 5 дней. Судейская коллегия из 10 человек будет следить за ходом боев. Вышедшие в финал спортсмены выступят на более масштабных турнирах всероссийского и международного уровня, которые расписаны на 2018 год. По завершению финальной части для всех гостей города и участников турнира была подготовлена концертная программа, где выступили артисты Дворца культуры «Спартак» и хореографический ансамбль «Эхо гор». Самбиева, Саман Гакаев, информационная программа «Пульс».